Звезды боев без правил дают мастер-класс первоуральским спортсменам. Подобные тренировки с чемпионами для Первоуральска – это уже традиция. А тех, кто знает, как победить, когда кажется, что бой проигран, наш следующий репортаж. Сдаваться нельзя, даже если соперник скрутил и кажется, что из такого безвыходного положения уже не вырваться. Но нужно собраться с силами, сложить руки в замок и контратаковать. Этот замок скатывается на локоточек, видно? Он ключ, а это гайка. И я ее поворачиваю. Две мировых звезды смешанных единоборств сегодня приехали в Первоуральск учить юных спортсменов побеждать. Иван Штырков за профессиональную карьеру бойца ММА, в переводе с английского Mixed Martial Arts, а по-русски просто бои без правил, не имеет ни одного поражения. Несколько дней назад Иван провел тяжелый бой в Екатеринбурге с Фабио Мальдонадо из Бразилии. Южноамериканец повержен техническим нокаутом, а на Иване ни царапины. Мне многие говорят, что после боев я очень хорошо выгляжу. Вот. Ну, знаете, это, наверное, раз на раз не приходится. Пока, да, за 15 боев меня не очень сильно травмировали именно внешне. На лице не так много побоев. Вот. Может, хорошая защита, может, везет. Андрей Чечулин тоже звезда боев без правил. Международный призер по грэпплингу и джиу-джитсу. Пару приемов у спортсмена перенял 9-летний Сава Колмаков. Смешанной борьбой мальчик занимается 4 года. У него уже более 30 медалей. Говорит, после сегодняшней тренировки наград будет больше. Болевой, который мы сегодня отрабатывали. Свип и удушающий такой мы не отрабатывали. Проход ноги такой мы не отрабатывали ни разу. Вот я сегодня много чего узнал. На соревнованиях может очень пригодиться. В Первоуральске регулярно проходят тренировки со звездами спорта. За 3 года прошло более 30 занятий по боксу, плаванию, лыжам, волейболу и гимнастике. Спортсменов с мировым именем к спортсменам-начинающим везут те, кто считает, что Первоуральск – город чемпионов. Понять самую главную вещь, что из любого маленького города можно стать чемпионом и показывать высокий результат. В Европе вообще есть целые программы, когда в различных видах спорта привозят разных чемпионов, чтобы дети могли впрямую пообщаться, узнать о карьере, узнать о жизни, узнать о каких-то спортивных достижениях. В конце тренировки тут же выстраивается очередь за автографами. Для каждого участника занятия Иван Штырков в подарок подписал фотографию. Светлана Вахмянина, Никита Нехорошков, Евгений Шилов. Новости Первоуральск.